Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели. И сегодня мы опять рады приветствовать вас от лица Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы, от лица Болгарского культурного института в Москве. Сегодня у нас прекрасный день. Мы презентуем новый цикл культурных мероприятий, который называется «Поэты читают поэтов». И в этом цикле будет несколько мероприятий, где болгарская поэзия прозвучит в исполнении современных российских поэтов в их переводе. Я рада приветствовать сегодня наших замечательных гостей. Это эксперта Болгарского культурного института Майю Проматарову, с которой мы провели уже множество интересных проектов, которые приглашают замечательных экспертов, искусствоведов, деятелей культуры, писателей и поэтов из Болгарии, и мы ей очень-очень за это благодарны. И нашего главного гостя сегодняшней программы — это поэта и переводчика Евгения Харитонова. Также мне хотелось бы от всех нас сегодня вас поздравить с Днем дружбы и единения славян. И, наверное, наше событие сегодня символично, потому что все наши организации, это и Болгарский культурный институт в Москве, и Центр славянских культур, да и Библиотека иностранной литературы, своей миссией как раз и видят, чтобы делиться культурой других народов, через культуру объединять, показывать ее интересные особенности, знакомить с интересными людьми. Поэтому я рада представить сейчас слово эксперту Болгарского культурного института Майи Проматаровой. Маечка, тебе слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я очень рада, что в такой праздничный день, как День единения славян, мы встречаемся снова. И вообще, начиная с мая месяца, у нас очень много связывающих нас праздников. Мы делали серию болгарской поэзии, начиная с 1 мая, посвященную Дню болгарского просвещения культуры и славянской письменности. Мы тогда прочитали 24 болгарских поэта, но это была читка реально людей, которые любят искусство. А вот новая серия со специальным акцентом, и этот акцент с упором на самих поэтов. Какие поэты входят в эту серию «Поэты читают поэтов»? Это, конечно, сегодняшний наш поэт Евгений Харитонов. Он представит 5 болгарских поэтов. Уже в 16 июля мы представим Глеба Шульпякова и Марию Лепескову. Это болгарская тоже поэтесса. А в августе будут переводы Надежды Кондаковой. Вот такой букет летней болгарской поэзии будет представлен. Что включает поэзию Евгения? И до того, как я ее немножко расскажу больше об его коллекции, я вспомнила сегодня, когда мы с ним познакомились. Это было много лет назад, я думаю, Евгений, на презентации. В старом болгарском центре. В старом болгарском центре. И мы, помнишь, представляли тогда такую твою коллекцию в журнале, в котором ты работаешь, «Дети Ра». Я тогда в первый раз увидела твои переводы, и, в общем-то, я поняла, что кто, если не поэт, переведет лучше поэта, кто, если не поэт, почувствует лучше поэта. И не случайно в этой подборке, я уже или в этой золотой коллекции, такие имена, как Бойко Ламбовский, Георгий Господинов, Иван Методиев, Иван Сухиванов и Петр Чухов. Наверное, наша аудитория знает лучше всего Бойко Ламбовского по той причине, что он учился в литературном институте. Он имеет очень много друзей в России, и Женя не единственный его переводчик, Харитонов не единственный его переводчик, и каждый находит разные ключи к поэзии Бойко Ламбовского. Поэзия с очень сильным чувством социальности, с очень конкретной образностью. Он сам не только поэт, он еще и прозаик, работает в такой достаточно популярной болгарской газете, которая называется «Сега». И интересно, что его первая вообще книжка со стихами называлась «Вестник», что по-болгарски в переводе означает «газета». Еще этой книжкой
со стихами, он стал достаточно известен, начал получать призы, начали его переводить на разные языки мира. Сам он стал, в общем-то, членом разных жюри, в какое-то время оглавлял болгарскую секцию пен-клуба. Но если кто-то из вас услышит сегодня чтение переводов Евгения Харитонова, захочет услышать его другие или прочитать другие стихи, то, может быть, кроме «Вестника», он может поискать такую, такой сборник со стихами, как «Аллы Декаданс», «Эдварда». Хорошая современная поэзия человека, который родился в начале 60-х, и, в общем-то, сегодня коллекция со стихами людей, родившихся в 60-х, с одним исключением, Иван Методьев. Бойко Ламбовский не только хороший поэт, не только хороший прозаик, он и переводчик. И для вас, наверное, будет дополнен образ этого человека. Если вам скажу, что он переводит Бродского, Гумилева, он очень часто переводит не только с русского на болгарский, он переводит с французского. Действительно интересная фигура, очень мощная фигура современной болгарской поэзии. Если скажу имя Георгия Господинова, наверное, у каждого из наших слушателей возникнет свой личный образ. Потому что некоторые, может быть, знают его поэзию, которую мы сегодня тоже, в общем, Евгений Харитонов прочитает. Он начинал как поэт, и его книги со стихами «Лапидариум», «Черешня одного народа» быстро набрали такую популярность, что начали их быстро не только переиздавать на болгарский язык, а и переводить. Не так, он очень хороший рассказчик. У него есть такой сборник со стихами и другие рассказы, который переведен на многие языки мира. Он хороший романист. У него есть роман, с которым он дебютировал, называется «Естественный роман», переведен на там где-то 20 языков, в том числе на русский. И, может быть, кто-то из вас видел, есть такое издание, называется «Новый болгарский роман». И в рамках этого издания «Новый болгарский роман» переведен «Естественный роман» Георгия Господинова. У него есть еще один роман «Физика грусти», исключительно популярный, получивший призы и болгарский как лучший роман в 2013 году Фонда культуры, и международный, много международных призов, в том числе достаточно такой авторитетный приз, как приз Яна Михальского. Последний его роман буквально вышел месяц-полтора назад в рамках этой пандемии, в которую мы все погрузились. Он называется, такое интересное, «Время-убежище». Что становится с временем, как мы его чувствуем, как мы переживаем время в такие достаточно тяжелые периоды испытаний. То, что связывает всех этих поэтов, какими они не были разными, то, что их проза тоже поэтически насыщена. Это проза поэтов. И это тоже какая-то характеристика болгарской поэзии, болгарской прозы и в какой-то мере болгарской драматургии. Несколько из поэтов, которые мы сегодня представим, являются и драматургами, в том числе и Георгий Господинов. У него есть, и мы опубликовали в издании Болгарского культурного института его пьесы «Диджей», это «Дон Жуан», «Реплика Дон Жуана», и «Апокалипсис» начинается в 6 часов вечера. Есть еще другая, наверное, аудитория, которая знает Господинова уже как автора текстов, которые, на тему которых сделаны короткие анимационные фильмы. По рассказу его «Слепая Вайша» Теодор Ушев сделал, такой художник знаменитый с болгарскими корнями, фильм, который был в короткой селекции на «Оскара». А вот буквально недавно совсем он получил уже за анимацию «Физики грусти» «Хрусталь Анси». Я думаю, что я вас достаточно заинтересовала. Хотелось бы еще рассказывать, но надо и остальных поэтах, особенно таких крупных, как Иван Методьев. Он стоит не случайно посередине между этими родившимися в 60-х годах молодых сравнительно поэтов. Это человек, родившийся в 40-м году, в 46-м, чтобы точнее. Он вообще даже как-то не понимал сразу, что его призвание – это поэзия, и начинал химиком. Работал в научном институте почвостроения или нечто в этом духе. И уже в более-более таком среднем возрасте он обратился к поэзии. Но что это за поэзия? Это одна... Даже если бы только этот поэт родился в 40-е годы Болгарии, это было бы достаточно,
потому что это человек, ну, который говорит с тишиной, если можно так сказать, изразитель тишины. Я только назову несколько его книг со стихами. «Простые ощущения», «Пейзажи души», «Космогония» и последняя, перед его трагической смертью в 2013 году, называлась «Больше тишины». Иван Методиев, может быть, чисто как ощущение, что такое поэт в мире, приближается к восприятию российской аудитории поэзии, в том, что она выше всего, больше всего, и она как-то нас смиряет с той жизнью, которой мы должны жить со всеми ее компромиссами. И еще два поэта я бы хотела представить. Иван Сухиванов, это тоже 61-го года уже родившийся поэт, филолог, преподаватель, автор не только поэзии, а и научных трудов. И текстов, скажем, его диссертации была о лозунгах Марии Судаевой. Автор текстов о Барто, редактор с несколькими еще коллегами журнала «Море». И его поэзия соприкасается и с какими-то короткими формами. Удивительно, что все эти поэты реально движутся в междужанровом пространстве, оставаясь прежде всего поэтами. И чтобы не пропустить сказать такую дебютную, его очень важную для Ивана Сухиванова книгу, то это книга «Лакуны». И пятый поэт коллекции Евгения Харитонова, которого мы услышим сегодня, это Петр Чухов, живет в Софии, тоже филолог, работает в столичной библиотеке. Такая очень занимательная фигура. Кто-то его знает как музыкант, такой серьезный рок-музыкант, исполнитель в разных группах, которые я даже сегодня, готовились к выступлению, немножко больше узнала. Но он исключительно знаток хайку. Он один из составителей является первой антологии хайку. По его произведениям актриса Майя Кисёва сделала спектакль, по-моему, он называется «Английская булавка». И можно найти его произведение, его первые, скажем, или книгу как «Сады слабой реальности» или «Руны». И если говорить о соприкосновениях, он в этом смысле, его интерес к Востоку соприкасается к интересу к Востоку и пониманиям, другим пониманиям Востока, которое было у Ивана Методиева, о котором я уже сказала. И, с одной стороны, я когда начала думать, почему именно эти пять поэтов в Болгарии, они такие разные, у них такое разное отношение к лирическому. Они, ну скажем, один более социален, другой более, ну, метафизичен, третий чересчур конкретен или там углубился в какие-то зоны Востока. Но то, что характерно для всех этих поэтов, это очень... Но они живут здесь и сейчас, реально. В этой реальности всеми ее формами и жанрами, будь это короткий рассказ, будь это драматургия. Петр Чухов тоже имеет одну пьесу, по-моему, «С Новым годом» она называется, в соавторстве он ее написал. Они путешествуют по стране, они ездят по разным странам мира и реально артикулируют не только внутреннее волнение лирического персонажа, а его жизнь в нашем 21-м столетии. И совсем недаром не только большие журналы, допустим, пишут о поэте, как Георгий Господинов и в Америке, и в Европе. Их переводят, их самих переводят очень большие переводчики. Скажем, того же самого Господинова переводят в Италии Джузеппе дель Агата, а в Америке он представлен переводами Анджелы Родел. Я не случайно вернулась к теме переводчика, потому что кто, если не переводчик, не является лучшим чтецом литературы, и поэтому я еще раз хочу сказать спасибо Евгению Харитонову за то, что он прочитал самым глубоким и проникновенным образом стихи поэтов, о которых мы сегодня будем говорить.
Большое спасибо. Это очень интересная предыстория к сегодняшнему проекту, которая была посвящена открытию, наверное, предыстории вот этой встречи, открытию поэзии современных болгарских поэтов, да, Бойко Ламбовского, Георгия Господинова, Ивана Методиева, Ивана Сухиванова и Петра Чухова, которых переводил наш сегодняшний главный герой, это Евгений Харитонов. И хотела бы для тех, кто недавно к нам присоединился, еще раз рассказать, что Евгений — это замечательный поэт, переводчик, историк литературы и кино, музыкант, киносценарист, куратор литературных и музыкальных проектов, автор нескольких сотен публикаций в российской и зарубежной печати, полутора десятков книг, которые посвящены истории и актуальным вопросам фантастической литературы. Единственный иностранный лауреат Национальной премии Болгарии в области фантастического искусства «Гравитон». За книгу «Энциклопедия Болгария фантастическая» вот он получил эту награду. Также он становился лауреатом жанровых премий. Мемориальная премия Бугрова, Энтерприскон, Раскон, Сигма-Ф, Фанкон, Звездный мост. Автор множества статей и рецензий о современной поэзии, нескольких поэтических книг, альбомов, а также визуальной поэзии. Евгений Харитонов – главный редактор альманаха литературного и художественного авангарда «Другое полушарие», библиотечной газеты «Территория Л», редактор журнала «Знание. Сила. Фантастика», член Союза литераторов Российской Федерации, Союза писателей России, Международной академии Зауми, Русского пен-клуба, Совета по фантастической и приключенческой литературе при СП России, член редколлегии литературных журналов «Дети Ра», «Футурум Арт», «Ваяние», «Окно», «Поэтоград» и так далее. То есть я вам говорю про реального человека, нашего гостя, поэта и переводчика Евгения Харитонова. Это действительно огромный список заслуг, которые, я думаю, что до конца еще так и мной не перечислен. Но у нас сегодня есть возможность услышать самого Евгения и вот из первых уст поговорить как раз про тесное сотрудничество и перевод современной болгарской поэзии, а также про творчество самого Евгения в этом процессе. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, друзья. Вот, очень неловко. Майя, я немножко поправлю. В «Детях Ра» я никогда не работал, я просто член редколлегии. Да-да-да. А то главный редактор Женя Степанов услышит и возмутится. Вот. Собственно, с чего бы начать? Ну, наверное, с того, что поэтические переводы начались как раз с фантастики. Поскольку как-то я принадлежу в литературе двум мирам, то есть фантастика, вообще жанровая литература и кино, и поэзия. Вот. И сначала, ну, я много лет занимался историей, современным состоянием болгарской жанровой литературы. Вот мне как-то так повезло выпустить первую в мире, пока единственную вот книжку о болгарской фантастике, которая соединяет в себе как бы историю литературы и одновременно энциклопедию. То есть там и комплекс библиографии, биографии писателей. Книжка эта вышла в 2003, кажется, году в замечательном софийском в Болгарии издательстве «Аргус». «Аргус» — это издательство, которое наследует то самое издательство, которое в 1922 году создал Святослав Минков. То, с тем же самым названием «Аргус», потому что вот из которого, по-моему, вот, начался вот такой вот болгарский модерн в литературе, прорыв. И, естественно, как бы занимаясь фантастикой, я довольно много переводил болгарских фантастов. А поскольку вторая моя составляющая поэзия,
я не мог пройти мимо и мимо Онной, соответственно. Вот. Но я в поэзии выбирал то, что близко мне, то, что мне родственно, поскольку в своей поэзии я как-то иду от того, что делали футуристы и авангардисты. То есть, грубо говоря, в рамках поставангардной традиции. И, естественно, меня в первую очередь интересовали поэты с таким парадоксальным взглядом и на язык, прежде всего, может быть, на язык, и на мир. Таковы как раз и оказались те несколько поэтов, которых я сегодня озвучил. В случае с Петром Господиновым, Бойко Ломбовски, это было вообще просто очень интересная работа, потому что их, на мой взгляд, очень сложно переводить, именно потому что очень парадоксальный взгляд на язык. Они язык вот так они его ворочают, и это дико интересно как раз было, поэтому Бойко мне даже делал замечание, потому что я в некоторых случаях слишком больно обращался с ним. На мой взгляд, поэт-переводчик, он, естественно, становится неким соавтором, он не должен, на мой взгляд, переносить полностью мысли автора, он немножко вносит и себя, и свое представление о том, как его язык повернуть в мой язык. То есть это такой диалог. И в случае с этими поэтами это был как раз такой диалоговый перевод, для меня очень важный, и как для поэта, как для филолога, мне это было чрезвычайно интересно. То есть, конечно, я перевел гораздо больше поэтов, то есть были поэты и вполне традиционной школы. Перевозили и меня в Болгарии. Лет 10 назад вышла в Болгарии книга совершенно замечательная. Я забыл, как это называется, сборник моих стихов «Билингва». Но потрясающе по парадоксу этой книжки в том, что переводили стихи не профессиональные поэты, а фантасты. Фантасты, которые увлекаются также поэзией. И получилась совершенно удивительная трансформация. Те мои стихи, которые были написаны в рифму, они вдруг стали верлибрами в переводе, а те стихи верлибры в переводе обрели рифму. То есть, поэтому получилась такая книжка-парадокс. То есть тут еще и такая связь. А вообще связь с Болгарией началась еще в армии, на самом деле. То есть конец 80-х годов, совместное учение с тогда еще Варшавским договором как раз на территории Болгарии было. И наша группа, десантированная в леса Балкан, мы заблудились. И вышли к хутору, и сейчас Майя поймет. Мы были очень голодные, а наш сержант был такой тракторист, и он любое хлебобулочное изделие называл булкой. И мы попросили у крестьян булку. Нас, соответственно, едва убили, потому что мы очень настойчиво просили булку. Умоляли. Крестьян говорил: берите все, что угодно, булку не трожьте. В те 10 дней, что мы были в Болгарии, я соприкоснулся с парадоксами родственного языка. То есть, когда одни и те же слова, которые пишутся и слышатся как русские, имеют совсем другое значение. Дальше оно все и потянулось. Ты не сказал, что булка – это невеста. Да, конечно, это уже зрителям, я зритель. Хорошо, что ты поправила, допомнила. Поэзия зацепилась за фантастику, что, в принципе, на мой взгляд, логично и закономерно, потому что фантастика – это все-таки такая поэзия, рассказанная прозой, по большому счету. Они друг с другом
связано. Кроме того, очень много фантастов, они поэты. Ну, вот как-то так. Спасибо. Очень интересная история. Ну, я хотела вам задать вопрос. Настоящий фантаст — это тоже поэт, но вы на него уже ответили. А тогда второй вопрос. Когда вы пишете фантастическое произведение, там есть какие-то поэтические отголоски? Ну, фантастические произведения последний раз писал в 90-е годы. Я, слава богу, вовремя понял, что лучше быть хорошим историком литературы, чем плохим прозаиком. А кроме того, где-то уже в 92-м году я для себя обнаружил, что мне лично писать о том, как миры создаются и придумываются, гораздо интереснее, чем придумывать эти самые миры. Поэтому в моем случае это немножко... Мне хватает поэзии живой, моей. А скажи, пожалуйста, когда ты впервые читал болгарские стихи в твоем переводе, и происходили ли такие какие-то перемены в твоем переводе после того, как ты его прочитал? Потому что же поэзия, одно слово ты ее написал в тиши кабинетной, а другое ты ее прочитал. Как-то бывает такой второй взгляд на перевод? Да. Прежде всего, касается то есть ритмики, потому что поэзия как раз все-таки проверяется голосом. Почему я очень люблю... Я в своих выступлениях редко читаю, например, стихи Бойко или Георгия. Мне их немножко тяжело читать ритмические. Вот я не попадаю. То есть это для меня поэзия очень визуальная. А вот то самое стихотворение Петра Чухова, оно фактически всегда в моей программе. Оно как будто создано именно для голоса и для жестикуляции. Вот это второе с глазами третьего, когда ты вот это показываешь в зал. В случае с Бойко произошло немножко курьезно. Несколько лет назад у нас в Российской государственной библиотеке для молодежи, где сейчас я руковожу литературными проектами, мы с Бойко читали на одной сцене стихи, и я читал его стихотворение. Ой, одно короткое. «Мой дядя Лишка приехал из Ирака». Вот, и там он по сюжету он приобрел землю 2 метра в длину, в глубину же и 2 метров не будет. То есть, я когда читал, у меня непроизвольно вот эта вот ритмика не совпала, и я прочитал, и вот это впервые раз услышал это в моем переводе, что 22 метра в длину, что земля, вот тут у земли 22 метра в длину. Мы в какой-то момент даже поспорили, я ему предлагал, что, может быть, и оставить вот такой парадоксальный вариант. Вот. Но он настоял, что нет, нужно, чтобы все правильно было. Вот. Мне показалось, Георгий Господинов более лояльно относится к вольностям. Вот, когда я позволял себе вольности в переводе, перетасовывая слова в его стихах. Ну, интересно, как человек идет к поэзии. Я через твои переводы я вернулась. Коллеги, у меня, кажется, тут все зависло. Вот. Я слышу себя, но кажется, у нас интернет опять прервался. Да, все хорошо. Сегодня у нас в гостях Евгений Харитонов. Я напомню для тех, кто вновь подсоединился. Это поэт и переводчик. И сегодня на первой встрече творческого цикла «Поэты читают поэтов» мы говорим о современной болгарской поэзии. Евгений нам сейчас рассказал свое отношение, свое знакомство с современными болгарскими поэтами.
о том, какое место болгарская поэзия и переводы занимают в его творчестве. А также мы от Майи Проматаровой немного услышали предысторию про творчество каждого поэта, переводы и стихи, которых вы сегодня услышите от Евгения Харитонова. Я начала говорить про цикл наших встреч «Поэты читают поэтов», и хотела бы еще раз вам сказать, что мы цикл этот продолжим, и будем и дальше вас знакомить с современными деятелями культуры, поэты с двух сторон, с российскими и болгарскими. И поэтому, наверное, еще раз, Маечка, слово тебе передам, чтобы ты рассказала немножко про следующие встречи, да, которые у нас состоятся в июле, в августе, в сентябре. И далее мы уже, наконец-то, послушаем стихи, которые все так ждут. Спасибо еще раз, спасибо, что вы с нами, спасибо, Евгений, за твои переводы. Я через твои переводы, я даже уже начала говорить, каким-то образом вернулась к поэзии наших поэтов, но через другой язык иногда видишь вещи как бы удаленно, и потом снова читаешь ее на свой родной язык, и это обогащает как бы образность самого процесса восприятия. Вообще традиция очень хорошая переводов с болгарского на русский язык, и в этой серии мы подключим 20 июля Глеба Шульпякова и Марию Лепескову, а 20 августа Надежду Кондакову, которая прочитает свои переводы Бойко Лобовского. Я думаю, что вы посмотрите, как по-разному разные поэты разным образом проникают в образность другого своего другого я поэта. Не слышу никого, ни себя, и не вижу никого. Маечка, спасибо большое за то, что ты анонсировала. Нам очень повезло, что Евгений сегодня был у нас в гостях. Я напомню, что он работает в библиотеке молодежи в Москве, и сейчас потихоньку наши библиотеки, иностранка и библиотека молодежи и культурные центры потихонечку начинают открываться по предварительной записи. Поэтому я, наверное, сейчас предложу всем нам и нашим зрителям посмотреть видео, как раз где Евгений прочитает стихи современных болгарских поэтов в своем переводе. И у нас будет замечательный опыт сравнения. Вот. А если вас заинтересует информация, более подробно узнать про современную болгарскую поэзию, вы всегда можете зайти в социальные сети и на сайт Болгарского культурного института, библиотеки иностранной литературы, Центра славянских культур, и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы, примем пожелания к нашим следующим эфирам и программам. А теперь внимание на экран. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад принять участие в проекте Болгарского культурного центра «Поэты читают поэтов». И позволю себе сегодня представить стихи нескольких современных болгарских поэтов, которые я переводил в разные годы. С Болгарией литературно у меня так сложилось давние и тесные связи, причем не только в поэзии, но и в фантастической литературе. Я много переводил болгарских фантастов, писал о болгарской фантастике. В свое время выпустил книгу в Болгарии же «Болгария фантастическая». И, разумеется, много переводил болгарских поэтов, а болгарские поэты, в свою очередь, переводили на болгарский меня. То есть такая вот давняя, надеюсь, полезная связь. И сегодня я представлю свои переводы нескольких поэтов. И начну с Георгия Господинова, поэта
не только поэта, но и прозаика, журналиста, переводчика. «Цитрус Парадизи». «Так девственно с нее счищаешь, будто шкурку с грейпфрута, так сладострастно высасываешь сок ее, разделываешь на тонкие с горчинкой дольки в ночной влаге ноября. О, грей-луна, грейпфрут, о, терпкий сок, о, фруктовый страх и долгожданный бунт. Грей-грей-луна, грейпфрут». Girl. Как мне рассказать вам о девчонке этой? Ложишься рядом с девушкой, которая ложилась со своим парнем, который ложился со своей девушкой, которая ложилась со своим парнем, который ложился со своей девушкой, которая ложишься, приобщаясь к обществу. Гляди-ка, целая вселенная в твоей постели, в одной единственной девчонке. Немое тело. Для того, чтобы понять, что с языком она творит своим и телом, услышь, как ей не хватает языка. Да, ты можешь призвать сюда Батая, Анаис, Нин, Фуко, Буковский, но лишь она одна способна рассказать. Без языка нет тела, нет языка немое тело. Главное в нас – уши, эти раковины страсти. И еще одно стихотворение Георгия, которое называется «Закалка условных рефлексов». «Так собака Павлова лижет красную лампочку, лижет, лижет лампочку, красную лампочку, а из глаз ее тихо, неспешно стекает, капает желудочный сок, кап-кап капает желудочный сок, но слезам здесь не верят». Бойко Ломбовский, «Глиняный человек». «Доктор, с глиняным человеком как быть? Не желает учиться, твердит, что глаза его крошатся от букв, а глаза его – две жуткие капли. Солдата не взяли, комиссия в печали, в мозгах нашли голубиный помет. В шуты не сгодился даже, паскудные паяцы, а как же? Паяцы справа, паяцы слева, хохочут во след. С человеком из глины что делать, доктор?» Но доктор лишь руку вскинул к лицу своему. Обезвоженная земля лицо его. Не верит доктор в могущество Бога. Не верят сильные слабым. Объятием невода рыба не верит. Здоровым не верит больной. Не верит дерево поцелую пилы. Живые не верят мертвым. Так и в доктора не верит глиняный человек. Иван Методиев. «Счастье». «Счастье?» – вопросил равнодушный чиновник. «Сегодня у него неприемный день». «Счастье?» – торговец смутился. «Оно у нас для витрины, опытный, так сказать, образец, для рекламы, рекламы, рекламы». «Счастье?» – оскалился старьёвщик. «Есть тут одно, как раз для тебя. Слегка заржавело, зато подлинник». «Счастье?» – хмурил бровь детектив. «Счастье уже изловили. И в настоящий момент оно дает показания». И еще одно стихотворение Ивана Методиева «Ясность». «Изящество в мысли, таящий в себе ясность. Слушай песни пчел, слушай рассказы травы. Глухарь улетел, следа не оставив даже. Ты слышал, успел он сказать. Все в этом мире уже было, о чем ты мог бы рассказать». Поэт и филолог Иван Сухиванов. «Акустика ада».
Три дня уже, но все как прежде. Сапожники починяют, бродяги просят. На кладбищах благо ухает сирень. Но вдруг оглохшее небо нездешний голос разрывает. И гулкий вой, и свиста пляска, как будто трещина прошла вдоль адовой стены, взламывая вход в темнейшее из обиталищ. И безнадежные души воспаряют испарения, как глух дракон, потравлена земля, а мы — смиренные заложники хаоса. Тень облаков сползла. Там, в недоступной вышине, все удаляясь, томилось огромное брюхо ковчега, но я. И еще одно стихотворение Ивана называется «Филологический модус». «Бог есть глагол в первом, втором, третьем лице единовременно, единственного и множественного числа». Спасибо. Петр Чухов, подсчитывая видимые точки. Пока зреет этот плод, пока висит он, пока падает, пока катится, пока замирает у ног того мужчины в двух одинаковых башмаках, в двух брючинах, с двумя рукавами, с двумя слепыми глазами, с двумя слепыми глазами третьего. Большое спасибо. Замечательное видео в замечательном прочтении Евгения спасибо. Харитонова. Да, напомним, что у нас сегодня был в гостях в рамках цикла творческих встреч «Поэты читают поэтов», поэт-переводчик Евгений Харитонов. Проект у нас посвящен современной болгарской поэзии и организован Болгарским культурным институтом. И сегодня проект у нас представила эксперт Болгарского культурного центра Майя Проматарова. Маечка, если что-то хочешь сказать, включи микрофон. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. Ты так прочитал стихи, что просто я при том, что уже слушала этот ролик, он меня взволновал очень сильно. Еще раз твоя читка. И я думаю, что мы начинаем замечательную серию, потому что кто как не поэт, читает по-настоящему своих собратьев-поэтов. Спасибо, Майя. Сильные благодарности. И спасибо, Катя, за нашу совместную прекрасную работу над этой серией с Центром славянских культур библиотеки. Спасибо. Замечательная серия. Буду с удовольствием посмотреть другие выпуски. Спасибо, дорогие коллеги. Спасибо, дорогие друзья, что вы сегодня были с нами. Присоединяйтесь к нам в наших социальных сетях. С удовольствием покажем вам следующие выпуски. Что-то интересное. Спасибо большое. Спасибо вам. Хорошего До свидания. До свидания.